На пачках сигарет появится слово «яд». Это требование технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, который вступил в силу в России. Также по новому документу на упаковке сигарет должно быть написано, что в них содержатся системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества. Кроме этого, под запрет попадают слова «легкие», «мягкие» и «ультратонкие», поскольку они вводят потребителя в заблуждение относительно вредности товара. А расположенные на упаковке сигарет устрашающие картинки и надписи поместят с двух сторон, и их размер должен быть не меньше половины от основной площади. Как отметили эксперты, для нововведения существует переходный период, поскольку вся новая продукция должна быть задекларирована.